Шутка. Это шутка. Шутка-малютка. Или шутка не шутка. Или шутка про того. Алексей, ты тут? Да. Че, мы идем дальше? Он же аддон сказал включить. Соединение установлено. Не загружает. Это всегда такое бывает, когда духов хлопнут. Да, да, соединение. У кого-то, я помню, хороший такой аддон был, может, Леша про него говорит. Ну, там прям Ник писал, что такой-то, такой-то да, взорвал. Да. О, это знаете, как называется? Это называется Большой Брат аддон. Или такой, или какой-то Феникс там еще есть. Я его давно использовал. Ждем, пока запустит. Если тебе с этого босса ничего не надо, мы можем попробовать. Нурглет пароль поменял. Теперь. Кто его будь знает? На нем. Будьте. Так, а лидер там на парада. Так что, не потанешь больше за его нока. И трэш не пойти почистить, да, ребят? Смотрите, Фарада в женщину превратился. Фарада, это твой настоящий облик? Бля, красиво. О, это топовая хуйня. Где стол? Я тоже хочу. Называется вышел, блядь. Скиньте тему с форумом ходилком по поводу сундуков. Улюлюкальщики, блять. Забью свою голову. Давай, поставь в моем углу, блять, дорогу свою. Есть у кого-то плакальщица Сильваны? У меня будет, если шею добью сегодня. Войт, ты делал квест? А, кстати, у нее должен быть, если он не продал. Войт, есть? Чё надо? Есть плакальщица Сильваны, ты делал квест? Я продал это говно все. Ты чё, блядь, охуел? Я что, больной, что ли, все это говно делать? Пиздец, так. Это топовая же хуйня. Топовая, блядь. Топовая, знаешь что, блядь? Когда рейд на леди ни одного духа не ловит. Вот это топовая. Ой, блядь, завязывай нахуй. Такое случается со всеми, блядь. Сука, нихуя не случается, когда леди, ну, бежишь сразу, а не стоишь. А чё ты в своём протике, блядь, этот не дал? Глухую оборону на всех. Могу спикнуться, дать. Дамага хватает у вас. Надо, нет? Вон, у гречки по-любому есть. Гречка. Он Лёша зашёл. Гречка, ты тут? Thank you.
Генерал Элбрил. Зум. Звони. Да все, гречка, потом на следующем перекуре, блядь. Зум здесь? Этот, есть у тебя плакальщица Сильваны? После Шема квест ты делал? Зум здесь? Так я тебе Дживса поставил. Утя, голды готовь, я тебе продам потом. Это херня. Да не, я потом сам сделаю. Якудза, я сегодня молча зарубил. Зунуэн здесь? Адмирал? Да. Ну, все, Мальдазар. Даю отчет на... 5к голды должен. Дай его тебе на крик на П. Дал, дал. Ворустом. С правой стороны трахуй. Подлагивай. Гриб порчен. Хорош гриб, труафлик, ёбаный рот. Кто, блядь, убил Казума, кто убил Шакина или... Котёнок! Если плат там был. Катаном? Контроля не было. ДДД зона ещё всем по 500. Я контролил, Вара законтролил. Мне сову не законтролить лягушкой. Ты тут без проблем не знаешь, что может. Все, на мне пятерочка. А диспел можно было, нет? Сказал ДТ. Ну, вообще-то там... Проклятие. Медики делают. Да, меня убили. ГК, по-моему. Трой. Ты погроз кинь. Милики. Блядь, не ауешь. Чё, у миликов аддон не работает на снятие пух? Алё, блядь, ты чё не слышишь? Агро свой скинь! Ну так, блядь, перестань бить тогда! Анкил тоже стопнул. Халфай. Иди сюда, босс. Бля, там дух осторожно, в центре почти. Yeah.
за контроль ты сейф сдала? Контроль. Будет больно. Контроля нет. Не знаю, где контроль. Блин, в контроле был. Да, он в контроле умер. Курсы все. Дашка. Ребят, таким пулом с каждым за косяки начисли по 1000. С уроном, блять, по союзникам и подобное. Контрольте сову, ну. Стоит, блять, Лок и не может вернуть сову. Спирит, а? Идет аккуратно, прям за боссом спирит. Две штуки даже. Народ. Народ и не просили лечили. Оба заявили. У хилов маны нет. Хилы по мане. Ты один. Противиться моей воле. Причем у всех. Контроль нету. Где зимно? Центр, центр, там дух идет. Ой, мы в бадов закапываемся. Куда ты, блядь, агришь? Ты не в силах противиться моей воле. Босс обейте, блядь, я. Единственный вариант. Там добавить не хватит, мне кажется. Адмирал. Нет, ну не все там туда. Снял, побежал, не знаю. Да. Я, кстати, тоже побежишь, посылал. Вступай во тьму. Вечную тьму. Тут у меня уже не хотел. Ложитесь. Вага здесь? Слопнусь. Да, Кирс, я не говорю. Нет замены. Кто здесь, кто нет. Санты, Кирс, Вага, Мозер. Мозер вижу, окей. Санты, Кирс, Вага. Может, Дисси напишите им? Да, бывает, с телефоном отходит, вот как я, допустим, если отхожу с телефоном. Сейчас напишу. Интересно. Так, смотрим. Урон по законтроленным игрокам. Грипп, 15к. Меня 12, окей, я под боссом, коник. Так, это... Греча, НН. Тоже под боссом. Понятно. Полина. Дальше. Не отбежали от духа и взорвали. Котенок. 2000.
Жене Н 1000, Ульти 1000, Джонни Н 1000, Казон 1000. Дальше. И плюс все РДД зоне попец. Контроля нету. Я идеально контролил. Вот, а мол, как я могу Лёша САБУ законтролить? У меня я моментально лучше даю овцу, моментально просто. И у меня КДшка, причем большая. А САБУ вообще нельзя друида контролить, шаману. Как вот? Ладно, поехали. Вижу контроль, сразу овцую. Дальше. Севай. Все, на две. Дальше же. Это ГП не... Полагаешь, Люб? Это ГП не снимается, он сказал. Это ГП не... Рыбу едим. Следующий пол два раза выше. Нам. Там ливнул шаман из гильдии. Да ладно. Алина хила, Кирс. Мне только время чуть надо. Я сейчас брюли переставлю. Вот буквально 2-3. Ну, а вот, вот и сразу понятно. Ого. Что-то так плохо слышно, прям вообще. Это да, мотивово так плохо слышно. Микрофон, лучше вообще ничего не говори в микрофон. Ян, очень плохо слышно. Одно шипение одно. Я не понял, а что с шаманом? Что он обиделся на ГП? Просто ли был с гильдии? Ну, спроси у него. Не, он сразу... что-то писал в чат или что? Нет. Сразу говорю, обидчивая на ГП и на... Да, обидчивая на ГП, может сразу ли вас ездит. Бля, я больше лутал, пианист, нахуй. Сколько ты меня нахуяривал за... Лёш, я только спекнул с маны, нет, регеню. Слабенький он. У меня парень было. Да ладно. В гильдии, которые люди, которые обижаются на ГП... Я вот то, что он шмат полутал, висибался. Ну да, да. Чеснок шайный он забрал мой, заебись. Не чистак, а штаны. Ну да, штаны точнее. И куски, да ладно, он нахуй выйдет, опять полутал. Да и, блядь, пошел он нахуй, знаешь, что он, блядь, девочка ебаная. Чертила, я бы сказал. Заткнулись все, сейчас за... Сколько грязи поливать, вы чё? Да шутка. Да это шутка, да. Даю проверку. Кстати, Элбрю, вот кого-кого твою смерть спрашивает? Что, Лёх, ты лагаешь? Свою смерть, конец пула прошлого. Когда ну, тебя... меня законтролили и меня завалили под босса на ступеньках. Милики, вы, блядь, босса вообще не бьете. Да его меня сова убила! Пухи, меня убил Челс. Да я чё? Я свою смерть не могу с рекаунта почему-то вытащить. Как вы смеете
Лапу дайте и крикнапы. Я повис, надо ребутать комп. Сову контроль там звезду. Дал парашки. Маги, справа фанатика, убей. Войд, ну-ка раскол. Один. Краса. Забирай бас. Все в свои руки. Под ЧВ стою, под шилблоком танчу. Захильте только. Бас, речку. Ебать, грипанули. Дух хилов, дух хилов. Один был в меня, а второй какой-то еще. Поле пал нет. Ветки. Дух по танкам, осторожно, по танкам идет. Видите, вы вообще, блядь, не лазите. Вот, стоите по танкам. То же самое и РГД. Вот хули ты тут, блядь, делаешь вообще, утев? Что, я ни одного духа не пойму. Дух хули танка идет. Делаешь трэш, блядь, и бей. Опять звездопад. Вечную тьму. Просто фир дайте сове, а звездопад пропадет сразу. Спирит в центре, две штуки. Бары по... Мирал, где сапрот? Элбрил, где сапрот? Холипал, где сапрот? Хилы охуенно. Да, у нас опять хилы умерли. Ложимся. Звезду. Ну, я свою смерть сейчас скину. Хилы, блядь, какого хуя без сапрота вообще лазит? У меня есть. Ладно, я понимаю, ДДР, ДД, блин. Окей, а хилы что делают? Вот. Я без сапота вообще никуда не хожу. Сразу, первое же, блядь, отвалились те, у кого сапротов. Осталось, блядь, два хилы. Короче. Звездопад чей был? Я не знаю. Там, по-моему, две разных совы было. Два разных. Так, жаль, я дух припал. Да я отбегал, там два духа было, блядь. Я от одного-то убежал, меня не шотнуло, же не убило. Плюс мотивол. Так он же в рейде написано. Аддон пишет. Насколько я помню, Аддон пишет тот, кто умер. А тот, кто не отбежал тот, кто от духа. Взрыв. Монород попал пианист Матиола и Дэ. Вон же написано в рейде. Так. Сейчас
Эй, дайте. Гена, заходи на... На сову? Да, у нас контроля нету. Это уже бесит немного. Хочешь, блядь, на сове сидеть? Ты хоть контролить будешь. Контролить на локе можно. Что за херь происходит? Много новеньких. Ты чё, сколько тут новеньких? Плачу. А чё, лок поломан, эфир? Ну, когда фиряешь, да, там все равно человек пиздить продолжает. Ты пора, заходи на лок. Дайте рез. Да, пиздец, конечно. Ну, Слав, посоветуй только фир и устаны помогают, и все. Любое прерывание контроля. Сало не поможет. Так, короче. Поехали. Балдазар, нахер. Тоже. Вага, заходишь. Речи спекаешься в танк. Ни разу не косичнул, блин. Сейчас подойду минут. Ходит. Он... Дальше. Шамовол, заходишь. Резист заходит. Ну я нахер с рейда. Гена Ростя заходит. Теза. Идет Кирс, входит. Гриб тоже на. Такс. Белорус заходит. Ты заходит. Шамана. Элбрил выходит. Речи в танка последнего. Народ, и... все пьют фласки. Все. Полностью. Рейд. В танке. Чё, сопрот говоришь хуячим, да? Да, весь рейд пьет фласки. Пиздец, блин. Полтора часа, сука, на... Дайте сумон. Совы, блядь, не могут звездопад отдать контроль. Охуеть. Не всегда получается. В смысле не всегда получается? Ты знаешь контроль, блядь. Когда контроль, ты контроль отдаешь. Но у тебя иногда откат бывает вот такой, когда вот все. Ну, откатывает уже во время... Во время контроля он может скатиться. Да, во время контроля откатывает. Почему у Кислого все получается? Почему у Кислого нету, блядь, ни одного звездопада, блядь, на леди? Который будет, блядь, хуярить. Почему Кисло может, блядь, выучить тайминги на босса, а кто-то не может? Там тайминг не от этого зависит, не от костов босса, а именно от своего звездопада. Ну, народ, кель это другое, здесь, блядь, тайминг. Ни одного бафа нет. Бафы дайте. Да подождите еще, блядь, не все в рейде. Баги нет. Вага здесь. Откни рыбу. Сейчас ставлю. Где Вага? Пишет на его премию АПК. Что еще? АПК пишет. Да, он вроде. Кир, заходишь.
А вот ты убрал типа сов, а кто сейчас будет контролить? Вы. Твоё. Сов никто контролить не будет? Матиолом, а народ гейт. Ну так вам говорят же, локов ферслом. Три друида у тебя в рейде. Там, понимаешь, Гена, были совы. И именно сов нужно было контролить. Всех остальных нормально контролили. И я лягушку тоже пинала. Верс готов. Контролится за любой класс друида. Все готовы. Шамана нет. К сожалению. Еще раз. Будьте здесь. Да здесь, здесь. Да я чё. У всех лагает. Повару диспел. Я освобождаю тебя от проклятия. Ты не в силах противиться моей воле. Перевод сейчас будет. Речь, лови босс. Довольно! Пришла пора взять все в свои руки! Лука, можно работать? Есть? Я люблю. Пиздец, да вы чё, блядь? Ты не в силах противиться моей. Мага под боссом за контроль. Шаманы эти есть. Ступай во тьму. В вечную тьму. Тонко сложила. Дайте БР. Народ будет свободный генерала. Иди нахрен, я не буду в центре стоять. Чего вы? Я адмиралу дала. Вар справа. Мы народ свободный. Сейчас, лягушка, 4 секунды еще. Гену рейс. Будет свободный. Речь тут рясать уже грязу. Диспел паудь. Смотрите за агро. Не подходи ко мне, Яна, не надо. Справа спирит, осторожно, идет в центр, под босса там. Я вам вообще не верю. Я сама пытаюсь выйти, как можно на самом деле. Центр спирит. Кому-то. Я тебя не бил, адмирал. У босса 3 ляма осталось.
полтора. На все воля господина. Да вот. Вот и посох, блин. О, Полин, там первого духа поймал я, но меня зажало двух сторон. Я бегу. А второго вот сейчас кто? Я убежала сейчас от своего, подбежала. Кому я сейчас подбежала? Ну, давайте, вот КП, написано конь, утя, Казум. Я с Антея ферил и в этот момент прям хлопнул. Чё, утя, Казум? Но первый там вообще без вариантов был. Но по Адону, у Лёхи. Ревогнись быстро. У меня вообще дух забагался, который за мной бежал. Он просто типа тычку дал и, короче, дальше за мной бежит. Я блок щитом нажал. Да, тебя не убило, а все, кто рядом стоял, пошотовы. Нет. Вы про что? Когда я про духа. Нет, это было уже в конце вообще-то. А в начале кто? А вот тут уже раз. В начале нас шамоголом зажало. Что значит зажало? Ну смотри, типа, нет. Дается контроль, идет дух. Естественно, я смотрю на контроль, вижу, на меня слева идет дух. Я бегу вправо, смотрю справа, тоже там шамогол ведет, получается, на меня своего духа. Типа, мы развернулись и друг, ну, своих лопнули. Никто трэш не хочет? Нет, нет. Грип, я на успех хотела паролить. Я не спрашиваю. Нет, я как бы понимаю, просто сейчас все пробегут, и они убьют этих союзных NPC и встанут. Потом же никто не пройдет. Кто там шмот, например, разралил. Да, Греч, ты ЛД. А сейчас, во второй раз, я убегала от своего духа, ко мне кто-то подбежал, поскольку я, у меня камера отдалена, я не видела, и пошотала. Кто это сейчас был? Как можете духа? Лёха, дай утро. Там осколок. Я с тобой идёт, могу. Трэш, ёлка. Это мода у вас какая-то новая, у мага всех во фрустов спека? Почему блоки сейчас могли контролить? На прошлом пуле не могли. Почему, блядь, Делорус сложно троллить? А Гриб нихуя не. Короче, Лок, я не знаю, как Лёша решит с кольцом, так и будет. Если он разрешит тебе роль, то, конечно, на мейн заберёт. Грип, он не странно работает, просто с учетом того, что на всех был саппорт, он просто в саппорт уходит. Лёха, дашь ассист? Чё, саппорт можно снимать, по идее, да, или нет? Да оставь, зачем его снимать? Пригодится. Так. Такое ощущение, что в конце недели рейды все хуже, хуже. Хорошо, что у нас сегодня резко. Как с пугами. Дух будем брать чела или сразу на корабле возьмем? Хорошо, что у нас не резко. Сейчас бы в резке вайпали. Что еще раз, Лех? Бери сразу в рейд. Все равно КД пускай вешает. Такая хуйня. А что ему нужно? Ему надо запы с орка, меч с кораблей. Запы с орка на мейн пароль. Хорошо, забирай запы. Что? Туман его, Сантей, диск. Сантей, сегодня хороший день. Сейчас Сантей улетит. Стать буду на босса без. Сантей, вон тебе портал поставили, вот здесь, на краю корабля, где мост. Лёш, ты сейчас, да, держишь второй корабль?
Я на то. Нажмите на портал, помогите, не слакайте. Ты просто подлагиваешь. Тестить будешь в стаке? Учитывая то, что происходило на втором боссе, вам не вагонов надо брать. Угу. Дай проверку. Ничего, я за него подамажу, не переживай. Корабли пройдем как-нибудь. Да не смотри, какой же ребят. Дайте бафы, пожалуйста, по всему рейду, кто падал. Нет бафов вообще. Спасибо. Запускаю босс. Дай видео. Похвалился. Что, забыл, что? Мы будем биться со смертельным... Не знаю, Века. Может быть. Скоро у всего серва будет такой. А прикинь, пока могу хвастаюсь. А прикинь, в резке было бы 8 лезвий, Бася. 8 лезвий? Да нет, это что бы. Это эпохальный режим. Матури. Он, видишь, какой нормальный маунт у Нейта? Это самая имбовая анимация. Ну, тут согласен. Анимация топовая. Еще бы знать озвучку этой анимации. Вообще бы классно было. Как живые про товары озвучка. Да. Мне кажется, Войда, когда грустно, включает озвучку ШВ ПТО. На сову нужно озвучку подвести. Кстати, Гена видел? На Пант и еще на кого-то анимации подвезли. Нет. Что, правда? Я не играю пандами. На Пант с панды, по-моему, завезли. Или с каты, не помню. Что такое там было? На панты и ночных эльфов. В катаклизме нету пант. Ага, кстати. Да, я как что-то там не локация помню, как называлась? Огненная пчелтора, нет? Катя. Не поверишь, панды с пандарией. Да ладно. Ну блин, как будто после пандарии других патчей не было с пандами. Явно не катаклизм. Катаклизмы были гоблины и воргены. Кстати, блок монород не на все работает. Я имею в виду, смотри, там знаешь, в чем прикол? Если птичка магическая, она полностью блокирует. Если птичка физическая, вот там идет тут. То есть, по идее, ну, если я правильно помню, в теме Дезерон говорил, что блок должен полностью блочить, да, эти стаки? По идее, бог щитом. Блять, он только часть, не то что часть, какой-то процент урона блокирует, и все. Жена, проверь мух, пожалуйста. Есть еще магичка. Ну если ладно. Если птичка магическая, и она уходит в блок, значит она полностью. Сейчас бы магическое заклинание в блок уходило. Ну на БГ топ. Это самое, а что, у противника так же должно быть, да? Да? Можно гидроса попробовать по товарам потанчить. Это типа чё, скрестил пальцы и сказал, я в домике, что ли? Гена, вчера танчил гидрос. Ты ж был, да? На 500 стак. Я ж на локе был. Я на локе был. Тебя не было. Че пофиг. 50% блок. Стоишь, куришь. Я думаю, на следующий раз вообще босса не водить просто. Ага. Отличный потом план. Залетает тебе одна шальная тычка и сразу вайпер. Это, блядь, как знаешь? Мы так он поэтому посередине держит, чтобы типа танки могли. Получается, на освоение взломания, когда еще не знали то, что на холоде нужно было
два танка. Безроны дает ты. Типа у нас танчил один просто пал, знаешь, вроде бы танчит, танчит нормально, все хорошо. Потом хуяк ревностный, хуяк это, сваншотило. Ген, это было не так. Мы после этого ходили с одного танка, но просто не попало. И у нас всегда падал танк. После этого мы стали в два ходить. Не, на этом. На Гидросе скорость атаки босса маленькая. Коника на пол схожу. Я даже за тебя отмазку нашел. Идешь куришь, короче, агришь, идешь куришь, приходишь, если ты мертвый, ГП нахуй хила. За то, что не отхилили. Понимаете, в том, что все хилы, которые, которым я помогаю, они ливают рано или поздно из гильдии. Что такое хил, Джонни Тотем? И открывай сундук, да? Да, не нужно никого учить. Шаманов выше крыши. Сундук я открываю? Ну, Рога здесь, я смотрю. К сожалению, они все в 4 теперь, да? Угу. Нету нихуя монеты. Закинешь мне лут там. Это опять для лохов, вы чё? Этот лут никому не нужен. Сейчас 9, Гена себе 9 для пацанов. Сейчас Гена себе Т5 на аэродрус уберет и будет наоборот говорить. Вой, давай, ты в танк. Бля, чё, не подамажить никак? Не, ну 2 кска у меня есть. Хочешь подамажить? Ну, чё-то, блядь, фетиш не тестил нихуя. Короче, это, монетку я не могу тебе отдать, я себе возьму ее. Так, кто хочет показать ДПС выше 20 тысяч за... Я хочу на Локи. О, можно я в ДД? А меч Сорка, кто-то будет ролить на спек, нет? А можно две шмотки Т5 еще? Слышал. Короче, минимальный ДПС 18. Кто готов показать? На Локи 25 захуярил. Можно в ДД? Мозер, давай, заходи на плеста. Я 16 дам. Уговорил. Дальше. Сантей, хочешь зайти по ДМС? Нет, что в ДВ рейд. Так, подожди, он сейчас зайдет на приста, а Джайну кто завтра будет убивать? Лёха, Лёха. Ладно, будет. Рога с орка меч заберет. А, Рога, блядь. Короче, от Матёла выйдешь, послака. Так я спекаюсь сюда или нет? Можешь спекаться, Шамагол, Адмирал Холи Пал похилит. Так, не прохилит ГП, да? Зачем, зачем Мозера? Гена, пусть... если хочешь погоняться, заходи. Хочу. С кем ему погоняться-то? Локом я имею в виду, со всеми остальными. Амир, стой. Кто еще нибудь хочет там по ДПС? Что за акция? Минимально порог 20к. А можно сначала шмот? Со шмотом любой может, а без шмота. Так, все снимаем Т5. Да я проверку на бафы. Подожди. На народ со мной танк. Выхожу с мира. Я одеваю Т5. Сразу шкаф, если не ставить. Он мне тут, короче, припоты скидывает. И свою бэкофласку. Шесть ребра, да, Долорус. С ребра, до которой дух хоста, да. Ребята, Гена, ты еще духи не забудь. Бля. Ребята, тут новенький, это Росл, что ниже 18 типа оф или что тут? Да. Да. Я просто говорю, кто ниже 18 вагон. Видишь? Не переживай. Не заморачивайся. А я помню, не так давно начиналось 15, потом 16. А вот они тоже в ретрика спекали. Было с 12, кстати, изначально. Я бы на БДК зашел спокойно. А, на БДК. Киньте сумму. Питаем. Так, 18 минималка. Давайте. По тем, у вас есть все, и демон у вас есть, все бафы. И Лем, да? И шипы. Вы вот еще с Холи Палом поменяйте с бафами. Дайте три бафчики по локам фастам, плиз. У него и то качан, у тебя наоборот.
Нормально вам ЕП. Еще был Фростат ДК бы для миликов. Ух. Мазер готов, нет? Шаман это тем или бунт? На 16 хотя бы будет. Не поставлю. Тогда бунт. Кто передамажит гречу, кто передамажит гречу, 100 ЕП начнет. Коника, да? Киньте ему диван. Не, я тут сам заинтересован, подожди. Чем выше ДПС у рейда, тем больше ДПС у вас. Если ДПС будет у медиков ниже, то у вас будет ниже. Так что вам еще в плюс это идет. Я так понимаю, мы не планируем за один день закрыть СЛК? Мы что-то тянем сегодня. После леди, я уже не планирую полностью закрыть. Короче, подходим и рот. Да их завтра-то закроем. После суркарова давай. Ну народ, дай лапу, плиз, ты один друлька. Илюжин закрывает весь контент, но ЦЛК ХМ частями. Ладно. Если бы пошли бы сразу закрыли бы. Я думаю, с ЛКХМ нету смысла идти, блядь. Еще будет дохуище нерфов. Это такое ощущение, что в конце недели всегда так. Вот какой бы ни был рейд, все время так. Если это РС, то вот хочу, вайпали. Хочу сейчас протестить кое-какую тему на шамане. Долганок с сапфиром. Это он начинает сразу продавать. А Далик, ой, у кого-то есть талисман? Нет, на шамане-то он есть. Нет? Кстати, да, хороший вопрос. Че, ни у кого нету, что ли? Че, а где сапфир? У меня сапфир, а другая треня нужна. О, просит, у тебя вроде есть. Или у Мозера, погоди. Надо мне выбирать. У Сантея есть куда. Че, дайте тотемчик на скорость атаки. Я понял, ни у кого нет. Сегодня... У меня не вкачет. Достает же гнев воздух. О, хорош. Команды молодцы. Клоника на пол гречи кидает. Пиздец, по демону. Слабоватый, кажется. Знаешь, как весело будет, если Полина топ-1 займет. Меня стопуй. Коня он миром гоняет. Или Редвар. О, на кручики пошли. И ты ворос тут влипает. Ой, забагался рекаунт, короче. Кто накрутил? Я спичился специально в мобу. А мир сейчас... Там больше гречки 100 ЕП, да? Чё-то ЕП вроде, да, обещаем, бля? Я открываю на халяву. Лёг, смотри. Я бурс пропустила. Я какая-то хуйня, Кир. А, нет, не хуйня. Не открывай сундук. Ладно. Я вас спросил, открывай сундук. Да ладно, смотри.
Ну ты что, на дроидах? А как ты только 9 скидываешь, 2 десятых? О, меч, меч, двор. Нет, я вижу, что здесь... Она не скидывается, блин, со скады. Я забрал осколок. Чё там говорил, меньше 15? Или скольки? 18? 12. 18 была цифра. Если 18, то Утя, Неликс, Монород, Резист, Чернотролль. Воу-воу-воу, ротик закрываешь. Чё-то Монород передамажил в танке двоих этих, и Лока. Да-да-да. Стыдно. Блин, Полина так хорошо шла в начале, кстати. Я уже... Сила, потом такая, думаю, блин. Там Полина сильно шла. Чуть-чуть меня перегоняла на старте. Магов нету, обспек. Забираешь. Мне бы еще кольцо с кораблей. И кольцо, которое за репутацию. Телепорт работает. Сексанты я немножко тренинги поменяю. Ну что, мне спека хила обратно? Да. Мазур 11, 21500. О, квестик. Там я прикол, тортик четвертым или третьим шла. Сначала потом... Да-да-да. У меня бурст продолжается, у неё... Не, ну вот что-то очень быстро, типа, убили, там даже экзекютка не получилась. Даже на мобах. Типа, один раз прокрутить. Ты всё. Понимаешь, у меня даже второй бурст не откатился. Только два призыва на босс, всё, больные ублюдки. Слышь, Ген? Блин, меня в скаде не видно вообще. Чего, сколько? Какой рекаунт, скажите общий. Общий? Как вы это взяли, я его просто сдать могу. Общий был... Сейчас нет, не все, нет. 430 тысяч был общий ДПС. Так просто вы его возьмите, я его, скорее всего, сдам вам защиту. Давай. Бля, ну сейчас демон выйду, блин, кольну еще раз. Блин, а есть нормальный ДПС? Мы его в обычке делали. Вы делали. Ребят, у кого нормальный ДПС есть? Почему я на втором месте, у меня 24 тысячи, третья 26? Чё за хуйня? У всех разные ДПС. Что, дудки? Ну я да, еще... типа у тебя тело, ну он не сразу же пропадает, получается. Точнее, он то есть как у бы... меня был ДПС выше, чем он написан? И что, ты сдал? Ну да, просто говорю, он исчезает, но на самом деле не пропадает. Из-за того, что у тебя там тикали доты, да? То у тебя ДПС упал из-за этого. Ну, короче, 26 где-то было, да, у меня? Ну, наверное, ну, да. Ну, типа, ну, смотри между двумя позициями, там, возьми раз, ну, получается, половину. Ну, да, 25-960 Редвар, и у меня там на 9... Ну, да, где-то 26. Да. Все, понял, спасибо. А то меня теперь смотри, скорее... чисто по сурку, Телор. О, хорош. Чисто по сурку, если... Так ты на втором месте, а чё ты ноешь, что ты не дамажишь? А ты на второе место из-за шипов. У меня урон в трэш шипами засчитывается в босса, а не в этот. Поэтому такая цепь. Я это уже говорил, по-моему, раза три. Цепуха накручивает. Цепуха накручивает ДПС, и он засчитывается в трэш. Стаки тебе накручивают. Стаки тоже, но смысл в том, что урон от шипов записывается не в трэш, а в босс. Это самая основная накрутка. То есть как бы по факту это вот надо еще 1003 отнимать спокойно. Вот на КНА там посмотрим, где пояснили, че там. Ну, на личе там да, там более объективно было бы. Ну, если не считать того, что там кого-то хватает, валька, кого-то нет. Так, кому там замены надо, то хлопоса. Ну схватит и схватит. Не учитывайте ДПС. Вот, Теннис, я бы остался на лол. Если есть возможность. Дойдешь. Знать бы еще где прожимки прожимать, было бы комфортнее. Ну, Поль, можешь по мне смотреть, меня там фокус взять, например. Когда я гром и молнию Че у вас ДПС?
хуй знает. А вы сразу двух собак хотите, да? Окей. Планили, хочу с ДПСом. Варал, ДПС, варал. Какая-то хуйня там произошла, то ли завис, то ли что. Забагалось. ТТМ будет? Тем-то стоял, только меня сбрило. Я поставила. Я оставила на мили. Ну сейчас да. Два хила только два шамана. Зум, добеги, мас резко. Я на... Не лишником, в общем, за тем стал. Усес успел на себя закинуть и жить. Сначала на леди, теперь на собаках. Что дальше будет? Вот здесь дают топ ДПС. Можно снести собаку туда, блядь. На собаке агрят собак. Тень косплеит ДВ рейда. П на 2000, следующие 4. А чё, нету сброса на каждом новом? На этом целка не будет. Грипп, ну сапоги желанные, но тебя приор, наверное. По-моему, да. Если там Полину, Элбер, Доллару забрать не буду. Кого? Да, чего? Ботинки грибу нужны. Грибу ботинки? Да я вторые заберу. У меня есть, так что мне не нужно, не переживай. Просто, а ты можешь штреньку надеть, не? Так, хилам, чтоб было что хилить их 4. О, бедные. А прости. Или у кого там еще была тринка? Талисман бездны, которая. Так. Я одел. Спасибо. Я просто хотел одевать. Ну толку. Смотрите. Не. Я тут, но я сейчас. Ману прикинь. Дружника нету, я не знаю, как они захилят зеленый. Захилят, думаешь? Чё? Кого? Эрдрушника. Хоттера. Чё, все здесь поехали. А зачем тебе на гнили чумка Эрдру? Смотри сам. Не вижу смысла, если есть холипал. На собаке на зелёной сдохли из-за этого. Хоттер нету никаких. К тому же Эрдру ещё раду дает. ДЦ тоже вроде как. Слушай, Гена, долгонок с эфиром под киру с пула неплохо заходит. Я знаю. Я на сове проверял, короче. Так же делал. На Влад Дукатор дома. Долорус, типа, я бы забрал, если кому не нужен. А гильный? Да, я гильный тоже. Опа, это... Если у тебя покупатель, типа, то окей. Ну, у меня покупатель, конечно. Ну, мне... Я его на мейн беру. Лента. Я понял. А вон там на мейн возьму. Ну, вернее, для PvP на мейн. Достается кому? Мне. Это мне, это тоже мне. Ну, вот это... И это тоже мне. Это мне, это тебе, это мне, это снова мне, да? Чё, кто выиграет, скажите. Ну-ка, мой хайрольный лог. Девяносто семь чернотрой. По-моему, это был самый высокий. Ему не надо, он пишет. Тогда следующий 77 просите. Так ты же написал, типа, я рофлю. Так что забирай теперь упрост. А, ну, прости, заберешь, если он тебе отдал. Сейчас
есть еще скажет, а я не дам. Ну, значит, не дам. С гильдии либо. Господи, это второй шаман, почему не так? Для всех, кому я помогаю, кто у меня что-то спрашивает, они потом с гильды вливают. А вот шаманы, потому что все такие, понимаешь? В смысле все такие? Вот ростероидов таких нет, понимаешь? Да-да-да, молокака. Учитывая то, что молокака? Самый первый шаман. Грубо говоря, с топовой гильдии он оттуда ливнул, то, скорее всего, он будет здесь ливнул. Ну, молокака это исключение. Стоповые гильдии не ливают. За ЕП точно не стоит. Мозер, ты заходишь? Я согласен насчет этого. Сейчас, Мозер. Первый шаман не из ЕП ливнул. Он просто за Альянс пошел. А, он написал то, что ребутница. Модем и комп ребутает, написал. Который Джонни или какой другой? Монорок, кота, спекайся, покажи. Первый был. Что такое хил, второй Джонни, да. Полина, не кричи. До первых спор не блюдь. Я помню. Гена, я помню. А вот знаешь... Вот знаешь, Ген, я сейчас так же к Шамагулу подошел, он от меня в сторону отошел и тогда мы перестаивал. У вас 4 хила, не выхилите, начислил. 4 хила должны все прохилить. 3, если забудет, пиздец будет. Раньше набирайте. Ну там 3 цели блюют, то есть 3 случайных. Чернотролль, сможешь покидать ручку? В некоторых боссах будете начинать с алках М. Благодарю. Хила. Чтобы вы привыкали немного хилить, а то вы стоите, сидите, блять, носу ковыряете, нихуя не делаете, будете учиться хилить. Как это делает адмирал? Чё, даю чёрпу. Адмирал, я в тотемах, так что не вижу. С ЛКХМ будем проходить три хила. Кроме Лича и про. Алана? Три хила вполне достаточно. Если босса до моего взрыва будет лайк, то поезд должен. И стак. Давайте лететь. Кречка, как тебе пельмень два раза подряд? Один раз уже положили всего реальность. У нас есть холи положили.
О, адмирал. Рада, красавчик. А чё он? По-моему. Вот. Да, Рекер последнюю тычку передамажу. У меня рекаун забагался, можете кинуть, пожалуйста? Да, у меня что-то за магом надо релог сделать, короче. Спасибо. Забавно, а у меня куника в рекаунте нет. Гречка 4 раза поймал. Ты топовый. Так. Вот. Сапоги, это миф. Отлично. Конечно. Я, кстати, когда сапоги... У меня есть. Ничего не... Они очень редко не допадали. И даже у меня есть. А я плюнул, взял ЗС-ки. Генерал на грипу. Небольшой вид. На вторую руку, что ли, коника решил потестить? Ну, кольчуга, простите. Да нет, я просто не добавить решил. Я раньше играл с 8%. Сейчас решил поиграть с 10%, но у меня хит такой же. Че вы это? Убежали, не резали, пацаны. Пацан. А, Долорос. Ботинки плюс-минус. Плащик, естественно. Но срезки будет иногда получше. Плащик 100%, а ботинки тоже можно, но с Джайн уж лучше будут. Ну да, пока нет аналога. Взяли, бросили вагона и убежали. Так, это... Полина, спекаешься тут в ДД. Я тебе начинаю кипсы. Это не обычка, тут под боссом стоять не получится. Я никогда под боссом в ДД не стою, ты обращал меня? Шумал, залипал, адмирал, хилите втроем. Это очень опасно. Сейчас я такое... Ну хз. Поля поняла, почему я на сурке обычно не хочу спекаться? Потому что это туда-сюда пока... Ну, сейчас спекаю. На отдельный офнит, кстати. Давай жену Эну возьмем. Или Матиолу, пускай Матиолу хилит. Нет, жена Эну, где? 4-то ладно, ещё, ты уверен, что 3 нормально будет? 3, да. Ну это если дисплей... Сейчас уронят. Уже, блевота, там пиздец будет. Тем более ты Полину спекнул, она в 2 раза сильнее того шамана. В этом ТС. Хуй знает. Женен, сумонься. Я бы не захилил с ними шамана. Женен тут? Ген, ты что же, да, без квеста? Ну, не делал же он на этой неделе. Что он готов, Гена? А жена она нету. Жена я. Не знаю, покажешь. Снимешь ему не туда. А, вот, все тут он. Ребафните друидов. Долорес, Джайна. Так, в РДД стали на раньше. Мелики под босс. Не хилы под босса. Шамик, кстати, РДД более чем дохуя, хилы тоже под... И под боссом еще находится у нас... Давай, Кирс. Я в миле могу обузить автоатаку. Давай, ты становись, и Полин. Под босса? Угу. РДД, фласки на сопрот, надеюсь, во всех... Да я чё-то...
Народ спекнул. Кстати, Чернотроль, можешь не кидать больше ручку. Давай. Так поводит. Так поводит. Короче, меня выкинул, походу. Скажите, когда убьют. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Сейчас все будет сложно. Что-то не так, что-то не... Раскол! Видите? Опасно было. Да хули уже конец боя уже не считаем. О, Слизнюк! Во, нормальный дамаг 21-400. Наконец-то я дал больше 20. Вы убили босса, нет? Да. Да. Да, видишь, Слизнюк. Да, это, блядь, тебя уедено. Да похуй, что ли. Там, считай, клифы, блядь, вихры. Да какой физу клиф? Я клиф-то не юзал. Клиф не юзал. Ген, у тебя зеленая эта фигня есть? Нету. Блин. Я... Есть у кого-нибудь? А чё все побежали? Тут никто каплю добить не хочет, да? Каплю? Ну, слизнюк ебучий. Но... Куда вы идете? Бегал, есть кто не сдавал квест, на ком есть зеленое и красное? Я вообще не брал квест. Есть, пошли, адмирал. Бля, ты же на ранже стоял. Я не стоял, я в миле стоял. А, ты тоже квест, в миле стоял. Ты думаешь, почему я на третьей позиции? Не, я просто смотрю, ну... РДД, ты на РНЖ стоял, да, и только я РДД на РНЖ стоял. Типа стал. Ну, изначально, да. В смысле, квест на чумку. Типа, если кто-то может взять, не сдавайте, идите, берите. Поль, знаешь, у тебя, скорее всего, в чем проблема? У тебя тринки бурстовые, они с пулу прокнули на этим, на гиру. А потом ДПС начал уменьшаться просто постепенно. Из-за недостатка хосты. Я думаю так. Бля, да, кстати, я хз на какой... Подождите, не... Да, молодец. Типа я хотел... Это не я, там уже кто-то первый я пришел. Я не знаю, где мне хосту взять. 150 мне не хватает примерно. Где мне хосту эту взять? Ну это, блядь, тринка, например, совета, да? О! Кольцо. Это вот как раз таки тринка. Ой, нужно кому кольцо, нет? Дешману тут. Ну. Тысячу воды заберу. Ага. Это пешка с джайны очень хорошо зайдет. Прямо здесь, прямо здесь.
Продам обручальное кольцо. Бриллиант сколько? 12 карат. Оправа платина. Ну, кто-нибудь, ну, смотри, будет? Поль, купите своей даме кольцо. Решил протестить трики в сетапе, когда Гера дается с пула, чтобы мне Гера была профитная. У меня сейчас 1178 хаст.